Стало уже доброй традицией открывать выставку отделения Союза художников Подмосковья в день начала нового творческого сезона Комитета по культуре и искусству. Поэтому в числе первых посетителей оказались Ольга Егорова и Татьяна Барсукова. Они лично поблагодарили художников за созданную красоту и волшебное настроение, которое дарят представленные полотна. Я думаю, что выставка замечательная, яркая, много очень интересных и новых работ, и это здорово, то, что вы творите, создаете и дарите частичку себя нам, своим зрителям. Я пока прошлась по кругу, у меня несколько раз поменялось настроение, глядя на ваши работы. И вообще то солидное представительство художественного сообщества, художников не только Раменского района, мне это искренне приятно, что это происходит сегодня здесь, в городе Раменское. На выставке представлены работы 29 художников. 12 из них уже состоят в подмосковном отделении Союза. В этом году расширилась география вернисажа. Кроме раменчан, свои полотна представили авторы из таких городов, как Люберцы, Жуковский и даже Санкт-Петербург. 76 картин, в основном изображения природы, пейзажи и натюрморты. Осень так хороша, так красиво. Ну не может художник пройти мимо такой красоты. А один из пейзажей, такой узенький, совсем недавно написан, я выходила в парк в наш Раменский, с таким удовольствием работала. Было замечательно, просто очень красиво, тепло, и назвала пейзаж «Бабье лето». Рядом с домом растет дерево, похоже, это среднее что-то между дубом, я даже не знаю, что это такое, какой-то, наверное, дуб особенный. Вот. Ну да, набрала веток и... Был такой импульс. Художники, люди одержимые. То есть можно вдохновиться бликом, каким-то цветом и начать работать. То есть там даже нельзя объяснить, что просто вот был такой порыв написать, тем более осень. Персональные выставки в полной мере раскрывают внутренний мир, манеру письма отдельного художника. Коллективные же дарят зрителю уникальное разнообразие взглядов людей на какую-то одну тему. В данном случае красоту природы во всех ее проявлениях. Вы знаете, для художника творчество на самом деле это как медитация. Вот встанешь к холсту и улетаешь, ну, я не знаю, как будто бы через голову что-то вылетает, соединяется там вверху с чем-то таким очень большим, высоким, возвращается, и ты уже кипишь, горишь буквально, и ощущаешь такое счастье, вы знаете, ни с чем сравнить невозможно, вот клянусь. Открытие выставки прошло в очень теплой дружеской атмосфере. Художники общались с коллегами, обсуждали работы. Вдохновившись обилием красоты, директор культурно-досугового центра «Сатурн» Виктор Павлович Стрельников предложил в следующий раз провести выставку в формате конкурса. Оценивать работы, естественно, будут посетители. Ирина Зинченко, Александр Винченко для программы «Городские вести».